Пророк, слушай, старик, я в полном дерьме. Ты должен меня выручить. Я сейчас на пути к квартире, в которую меня пустила пожить бывшая подружка. Это недалеко отсюда, можно там встретиться. Только вот, я оставил адрес у себя в лаборатории. Прямо на рабочем компе. Если они подберут код доступа, нам каюк. Проберись туда первым и разнеси мой комп к чертям. Пророк, они в лаборатории. Заберись туда раньше, чем они что-нибудь найдут. На тебя вся надежда, парень. Проникнуть на склад, уничтожить данные о Гунде. Доступны тактические возможности. Включена. Занять оборону! Он идет сюда! Внимание всем! Местонахождение пророка подтверждено! Он на причале! Ждите этого ублюдка! Маскировка включена! Маскировка отключена. Маскировка отключена. Нановизор включен. Граната! Ложись! Ложись! Контакт потерян. Не нравится мне. Он умеет маскироваться. Может, он сейчас на нас пялится и ржет. Максимум защиты. Маскировка включена. Максимум защиты. Маскировка отключена. Маскировка включена. Нановизор включен. Изумруд 6, осторожнее! Пророк в здании. Он идет туда. Подок... Нужна помощь! Давайте сюда! Максимум защиты. Thank you.
Так, вижу тебя через камеру охраны. Смотри, там всего трое. Сними их, пока они ничего не нашли. Похоже, он уходил в спешке. Включить компьютеры. Лохарту нужны копии всех файлов. Да вы только гляньте на это. Он же не знает Крайнета. Как он смог это сделать в обход Харгрива? Голд не настолько глуп, как кажется. Иначе бы Харгрив его не нанял. Вся эта цепская возня мне на нервы действует. Меня волнуют не цепы. Меня волнует пророк. Опа! Что-то нашлось. Тут его личные файлы. В конспирации этот чувак просто младенец. Бери кто хочет. Есть что-нибудь указывающее, куда он подался? Не, еще дальше. Оттуда, старина! Эти уроды тебя собираются отправить на дно реки! Атакую главную цель! Черт, мы теряем высоту! Азура-1 теряет высоту!
Слава богу, старик, ты все еще там. Лови координаты. Точка в двух шагах. Я там разместил нанокапсулу, крайнетовское старье, которое я прихватил со склада, когда сваливал. Не сравнить, конечно, с той, что в лаборатории, но лучше, чем ничего. Найти Нейтана Гулда. Отлично, ты на месте. Сейчас спущу за тобой лифт. Ты не поверишь, что за херня тут творится последние 24 часа. Ребят Баркли рубят в капусту в центре. В остальных местах от края нет немного осталось. Хаос, смерть. Пророк, ну наконец-то. У меня уже нервы сдают. Заходи, быстро. И давай опять дверь запрем. Та штука, которую ты подхватил на месте крушения, как на нее взвыли системы костюма. Несомненный вирус, та же структура, что у наноткани. Каргрив совсем уже не соображает, что это не кевлар. Нам туда. Капсула готова. Основа та же, что на острове, только мощность поменьше. Запустим проверку. Итак, это Тара Стрикланд. Дочь сам знаешь кого. Чокнутая сучка, так? А Харгрив хрен знает, что происходит у него в башке. Соединение установлено. Ожидание. Системы доступны. Инициализация выполнена. Мониторинг памяти. Нано-протоколы активированы. Странно. Идет сканирование. Погоди-ка, ты не пророк. Обнаружена угроза. Что за хрень? И ты кто? Харгрив тебе велел? Открытие базовых протоколов памяти. Найти Гулда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Пророк, так меня звали. Помни меня. Найти Гулда.
что я могу. Пророк, так меня звали. Помни меня. Передача прервана. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Слушай, я этим не занимаюсь. Я же не спецназовец, как ты... Как пророк был. Я чокнутый технарь-заговорщик. Черт возьми! Пророк должен был вытащить нас. За нами шли морпехи. Увы. Что ты знаешь о цефалоподах? Глупый вопрос, а? Ничего. Ладно, я вкратце расскажу. Долбаные кальмары громят нас повсюду. Не думал, что почувствовали ацтеки и инки, впервые столкнувшись с оспой. Короче, ты видел спору, так? И что она делает? Пророк говорил, что он знает, в чем дело. Сканирование завершено. Внимание. Это невозможно. Не откалиброванные нанопрограммы. Это значит? Чужеродная ткань. Ладно. 21%. Этот костюм, он создан из самовосстанавливающейся полуорганической наноматерии. Творение корпорации Харгриф Раш. Да, этот Харгриф. Он создал эту хрень. Пророк из спецназа. Харгриф нанял его, чтобы он носил костюм, но он сбежал. Вернулся больной на голову. А там... Видишь, вирусная подпрограмма в глубинных слоях костюма. Живой код которой... Как сказать, типа меняет себя, чтобы принять что-то новое. Новые данные, скажем. Что я думаю? Что перед нами сейчас уникальный биокод вакцины от этой споры. Надо провести декодирование. Здесь ничего не выйдет. Банально не хватит вычислительной мощности. А черт возьми, в Нью-Йорке есть место, где есть эта штука, Лаба Харгрива на острове Рузвельта. Призма. А это далеко отсюда. Вокруг киша цефа и пытаться туда пробиться самоубийство. Черт! Они здесь! Максимум защиты. Черт! Черт! Так, я запираю все двери. Я в пожарный выход. А ты давай, задержи их. Движение. Возможно, противник. А? Кто там? Там кто-то есть. Что за на... Максимум защиты. Бел, слышишь? Назад! Назад! Максимум защиты. Сейчас! У нас труп! Я тут послушал переговоры с Эл.
Похоже, они собирались отправить тебя в штаб на Уолл-стрит. Я это место знаю. Уверен, что у них там есть нанокапсула с функцией глубокого сканирования. Она позволит тебе добраться до самых нижних уровней структуры твоего костюма. Место хорошо охраняется. Однако у тебя есть шанс. Прямо под улицей проходит аварийный туннель. Вход в него возле церкви на Уолл-стрит. Встретимся там. Ты лучше иди по крышам, а я пойду другой дорогой. Значит, смотри, вокруг командного пункта толпами бегают бойцы СЭЛ. Похоже, ЦЭФы устроили им веселую жизнь. Направляйся к церкви. Попробую помочь обойти систему безопасности. Проникнуть в центр нанодиагностики СЭЛ. Прорваться на командный пункт. Ребятки, что я вам сейчас расскажу, вы просто не поверите. По нашим улицам разъезжает боевая техника, а я вам отвечу. Эти машинки не из хозяйства дядюшки Сэма. Все обстоит куда более скверно. А именно, мы имеем случай инопланетного вторжения. Вы не ослышались? Именно вооруженное вторжение инопланетян. Прикинули масштабы разрушения? Вы спросите, где я взял такую траву? Я вполне понимаю ваше недоверие. Однако вы все же продолжаете слушать эту волну, чтобы узнать последние и самые правдивые новости. И поэтому сейчас в эфире Эдди Ньютон по прозвищу Правдолюб, всегда готовый рассказать правду об этой бредятине насчет пришельцев. Итак, положа руку на сердце, на мое трижды контуженное старое сердце, ребят. Как будто мало нам было, что по улицам рыщут бандюки из СЭЛ. Теперь к ним прибавились еще и чертовы кальмары из космоса. Жизнь в нашем уголке вселенной бьет ключом, одним словом. Большой брат принимает меры, а против него принимают меры братишки-марсиане. Что-то вроде кармического возмездия, если бы это касалось только их разборок, а не целого города, полного мирных жителей. Оставайтесь на связи, мы еще поговорим о нашей веселенькой реальности. Через блокпост. Нужно искать другой путь.
Маскировка отключена. Угроза подтверждена. Цели обновлены. Вижу движение. Маскировка отключена. Маскировка отключена. Маскировка отключена. Так точно, визуальный контакт. Маскировка отключена. Похоже, улицы перекрыты намертво. Маскировка отключена. Попробуй пройти через какое-нибудь здание. Обойти баррикаду. Маскировка отключена. Граната! Граната, всем укрыться! Понял, у нас контакт. Маскировка отключена. Нам нужна помощь! Немедленно! Возможно, у нас потеря, повторяю! В атаку! Недалеко! Максимум защиты. В форме СЭЛ. Похоже, они полностью перекрывают территорию. Слушай, мне нужно пройти мимо охраны. Можешь их ненадолго отвлечь? Устрой заварушку возле церкви, чтобы оттянуть туда войска с Уолл-стрит. Потом, ну да, там есть аварийный туннель. Пройдешь по нему. Встретимся на той стороне. В вашу сторону. Прикончите, наконец, этого ублюдка! Прием. Мы готовы. Встречаем гостя. Мимо нас ему не пройти. Навигатор включен. Черт!
Маскировка отключена. Максимум защиты. Черт! У нас потеря! У нас минус один. Максимум защиты. Я уверен, там что-то есть. Маскировка отключена. Внимание всем гражданам. Проход на территорию запрещен. Нарушители будут уничтожаться на месте. Для получения пропуска обращайтесь к ответственным сотрудникам СЭЛ. Маскировка отключена. Что это было? Внимание всем группам на Уолл-стрит! Взрыв после церкви, сектор Дельта! Нужно подкрепление, срочно! Так точно, подкрепление в пути. Внимание! Вы приближаетесь к сектору повышенной безопасности. Нарушители будут уничтожать. Маскировка отключена. Маскировка отключена. Нарушители будут уничтожать. Немедленно. Контроль,
Это изумруд 8. Второй взрыв у церкви. Требуется немедленная помощь. Принято. Отправляю подкрепление. Держитесь. Отлично. Работало. Но... А теперь они идут к тебе. Максимум защиты. Твой шанс. Забирайся в туннель. Встречу тебя на другой стороне. На пульмет быстро! Маскировка отключена. Маскировка отключена. Хорошо, теперь ступай туда. Встретимся на той стороне. Пройти к объекту на Уолл-стрит. Нановизор включен. Нановизор включен.